Сегодня в фильме мультик «Три кота». Сегодня вам три кота покажут интересное видео. У нас сегодня выходной день. Что мы делаем в выходной день, Артур? Я не знаю. Что родители делают с игры? Играют! Мы спелаем. О! Так, ты будешь с нами играть, Силу? Давай правую ножку. Нет, давай. Ай, ты хорошая. Хочешь открыть? Ладно, у нас есть игры. Нам надоели куча игр. Вот такой торнис, да, башня есть. У нас есть конструктор. У нас есть конструктор. Собирать котика. У нас есть вот такие стульчики. Мистакос. Стульчики. У нас есть игра Каркасоны. Каркасоны нам тетя Катя подарила. Новый. И у нас есть еще вот такой ящичек с блейдами. Что мы сегодня будем показывать? Кота! Какого кота? Кот уже ушел. Вот этот. Блейдблейды. Что мы с вами будем играть? Блейдблейды. Ну, неси тазик тогда. Неси нашу арену. Будем играть. Вот у нас есть такой таз. Иди сюда. У нас есть вот такой таз, арена наша, в которой будем играть. Нам пришел вот такой целый чемодан. Покажи, Артур, что здесь есть. Целый чемодан, в котором есть запускатель номер один. Это Артурин запускатель. Да. Артурин играет. Запускатель номер два. Сейчас мы его запустим. Мам! Этот мамин запускатель. Мамин запускатель. Запускатель номер три. Это папин запускатель. Но сегодня папа с нами не играет. Он снимает. Папа снимает. Поэтому один запускатель мы оставим в покое. И еще у нас есть вот такие блейды. Мы вам их покажем. Посмотрите, какие красавчики. Это мой любимый золотой блейд. А мой любимый... Этот. Артурина любимая птица. Она самая крутая. Любимая птица. Это папина любимая птица. О, извини, папа, это твоя любимая птица. А тогда мой самый. Еще мой вот этот вот синий блестящий мне очень нравится. Как он крутится, и вы бы знали. Это мой любимый блейд. Вот этот. Синий? Ну покажи вот это. Синий блейд. Вот этот. Так, я вам теперь кое-что покажу. Господа, Блейд состоит обычно из 3-4 частей. Вот он, как разбирается, очень легко. Видите, основа, серединка и крутилка, на которой он крутится. Эта основа вставляется вот сюда, вот так вот. Этим кончиком закрывается, проворачивается, и он собран. В любой момент, когда ты с ним сражаешься, он может разлетаться на части. Так. Если он разлетелся, ты проиграл. Остановился, проиграл. Ну, каким ты будешь играть, Артур? Вот этим. Покажи. Вот этим будешь играть? А я пока буду золотым. Так, оставим тогда, выберем блейды. Вот, какие у нас тут есть. Мы будем их периодически менять. Так, давай сюда. Я первый запускаю. Ты будешь первый? Давай мы куда-то их сюда вот сложим. Вот, чтобы они тут не мешали. Вот наша арена. Супер-пупер. Подожди, я еще не готова. Я не готова, мой котенок. И поехали. О, и пошли мой красный, мой золотой. Давай, 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 давай. Yes. О, не останавливайся, не останавливайся, я тебе говорю. Не останавливайся. Не останавливайся. Давай, давай, давай. Давай. Нет. О! Слушай, они одновременно остановились, да? Ничья. Давай еще раз. Подожди, я еще не готова. Тут надо одновременно. Ставили. О, слушай, мой активно пошел, смотри. Он готов нападать, я так чувствую.
Мама победила. Мама победила. Так, ты не хочешь победить? Нет. А я хочу показать вам, как летает вот этот вот синий. Давай. Вот смотрите, у него такой острые такие края есть. Я запускаю. Ну давай. Запускай своего. О, смотри, что такое синий. Они все по-разному летают. Ну-ка. Ну, встретитесь. Вы не хотите взять свою любимую птицу? Хочу. Ты хочешь птицу? Ну давай, вот твоя птица. Это выкинем. Выкинем пока, давай. Птица вообще крутая, я вам честно скажу. Я даже, подожди, я еще не готова. О, все, готова. Вот, видите, как она, смотрите, крутится. Она очень устойчивая, высокая. Если не встретится, смотрите. И все равно так встретились им. Абсолютно пофиг. Так. Мой котенок победил, да, опять. Вот так, молодец. Ну как тебе твоя птица? Замечательно. Еще раз, давай. Только я возьму другого. Я возьму. Вот этого. Я возьму, нет, подожди, сейчас я подумаю, какого противопоставить твоей птице. Зеленого. Прекрасно. Я надо какую-то покрупнее выбрать. Слушай, я даже не знаю, как. Может, точно зеленого попробовать? Давай попробуем зеленого запустить. Давай. Сейчас. Подожди. Так, сейчас. Зеленый готов. Нет, не трогайте его. Тихо. Та-та-та-та-та-та-та. Нет. Ай-яй-яй-яй-яй. Нет, зеленый не подошел. Зеленый, ну никак. Да, синий. Давайте попробуем другого. Да, надо, наверное. Не вот этого второго. Вот этого, наверное. Вот этого вот резкого такого, такого товарища. Смотрите, какой у него сзади. Сейчас. Красавчик. Ну? О, как он, смотрите, выскочил, как он его нападает. Я это чувствую, сейчас ты вдуешь. Ну-ка. Только он забарахлил как-то. Какой хороший был старт и какой конец, да, победил? Так. Слушай, синий не подошел. Слушай, твоя птица просто огонь, я смотрю. Огонь, а не птица. Чтоб такое против нее подобрать. Может, какого-то покрупнее вот такого? Какого? Потяжелее. Ну и красного, может быть. Давай красного попробуем. Так, подожди. А, вот эти одинакового размера, по крайней мере. Острый, догоняй твой. Говорит, я его догоню. Ну как тебе подарок Деда Мороза? Нравится? Крутой? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, чувствую, сейчас тоже проиграю. А может, одновременно становится? Нет, все-таки мой проиграл. Да что ж это такое? У тебя вот эти все проиграли. Вот эти. Что ж это такое? Какой? Вот эти все. Слушай, давай вот это попробуем. Может быть. Или синий. Я знаю, я твоим попробую. И вот это тоже вду. Подожди, этот от какого? Это от синего. Сейчас мы его соберем. Слушайте, у нас еще ни разу они не разлетались. Это здорово. Давай попробуем все-таки вот этого синего. Давай. Это
Может, я хоть одним смогу победить твою птицу. О, смотри, как он вылетел. Классно. И он так идет. Итак, со всеми попрощаемся. И сюда. Итак, Блэйд-Блэйды, это супер-пупер игра. Три кота вам говорят: до свидания. До свидания. До свидания. Пока. Пока.